Здорово, Гадешер. Мичиган. Тот самый человек, без которого Geometry Dash никогда бы не стала такой, какой мы ее знаем. Человек, начавший всеобщую манию тройных шипов. Человек, приложивший свои руки к такому творению, как Bloodbath. Мичиган. Легенда, которой больше нет с нами. Карьера Мичигана началась с того момента, как он выложил на свой канал YouTube первое видео. Это было 5 июля 2014 года. В то время в Geometry Dash еще царила версия 1.7. А в этом видео был показан мини-уровень Мичигана – Мичиган Adventures. Качество уровня было очень низким для того времени из-за неопытности игрока в плане строительства, и впоследствии эта работа была удалена из игры. После выхода для Geometry Dash обновления 1.8 наш мобильный австрийский игрок показал на своем канале видео. На нем он проходил свой новый уровень – The Real Flappy Bird, который не получил популярности, поскольку был довольно однообразным Flappy Bird уровнем даже для того времени. Но после этого он запустил легендарную серию уровней. Да, это серия Temple в тематике игры Zelda. И первым уровнем в этой серии стал Water Temple, который был замечен роб-топом и попал во фьючер. 14 сентября он выложил превью следующего уровня серии, Fire Temple, после чего ушел в затишье до версии 1.9. Сразу после выхода обновления 1.9, 10 ноября, Мичиган выложил в игру новый уровень серии Temple, Fire Temple, который, повторив успех прошлого Water Temple, попал во фьючер и получил звезды. Затем Мичиган обновляет The Real Flappy Bird и выкладывает Shadow Temple. Все эти работы получили звезды. После выхода этих уровней Мичиган выложил на своем канале видео прохождение фанатской работы Forest Temple, которая была посвящена самому Мичигану. Это было его первым видеопрохождением пользовательского уровня на канале, после чего это стало основным контентом на его ютубе. 6 февраля 2015 года Мичиган выпустил следующий уровень серии Temple, который назвался Lava Temple. Этот уровень был создан в совместительстве с Gigi Boy, который в то время был невероятно известным строителем. Благодаря этому после выхода этот уровень и приобрел большую популярность. Когда слышишь эту музыку, по телу невольно выступают мурашки. А наш Мичиган самолично принимал участие в мега-коллабе Bloodbath, сделав в нем свою сложную, красивую и очень затаймингованную часть, которая и по сей день является большим барьером в прохождении данного уровня. В этой части используется большое количество тройных шипов, стрейтфлай, затаймингованная тарелка и невероятная волна в конце. Я уверен, без этой части у Bloodbath не было такой атмосферы, которая есть сейчас. После того, как Мичиган показал 12 июня свою часть в Bloodbath, он снижает активность до наступления обновления 2.0. А сразу же после выхода 2.0 Мичиган выкладывает челлендж уровень The Triple Trail, который состоял полностью из повторяющихся тройных шипов с небольшим количеством однообразного декора, но тем не менее получил звезды, что возмутило некоторых игроков. Во многом именно из-за этого уровня Мичиган стал крепко ассоциироваться с тройными шипами. Чуть позже Мичиган выпускает продолжение своей серии Temple уровень Forest Temple. Конечно же, вдохновленный старым фанмейдом. Как и ожидалось, демон стал очень популярным среди игроков, при том, что его геймплей был достаточно сложным для прохождения. Дальше Мичиган продолжил проходить уровни различных версий и различной сложности, среди которых есть Nine Circles и Jawbreaker. Также он сделал видео для всех уровней, вышедших в игре в Geometry Dash Meltdown. К концу 2015 года наш игрок становится топ-1, сместив на второе место ZNaima98. Помимо этого, с его аккаунта был выложен уровень Desert Temple, который закрыл серию Temple уровней. С началом 2016 года Мичиган продолжил укреплять свое лидерство в топе игроков, проходя самые разные уровни. 5 марта этого года на его канале вышло видео с показом его части в мега-коллабе Ята Гарасу. Все так же, как и Bloodbath, она придала огромную атмосферу уровню и по сей день остается невероятно сложной. В 2016 году Мичиган вступает в команду Geostorm и принимает участие в мега-коллабе Artificial Ascent, где он делает традиционно сложную и красивую часть.
Однако в основном наш игрок продолжает выкладывать прохождение уровней на свой канал, чем закрепил свое лидерство в топе окончательно. Сразу после выхода обновления 2.1 Мичиган выложил вторую часть челленджа The Triple Trail, которая называлась Double Triple Trail. Там на большой скорости необходимо перепрыгивать сразу по 6 шипов. Через некоторое время после выхода 2.1 Мичиган получает статус модератора. 11 апреля 2017 года, после достижения на канале отметки 100 тысяч подписчиков, Мичиган выпустил видео, где поблагодарил всех, кто его поддерживал, а также раскрыл свою настоящую внешность. Однако затем активность Мичиган стал проявлять гораздо слабее, и к концу апреля 2017 года его обогнал в топе игрок Shaggy23. Долгое время Мичиган продолжал лишь проявлять слабую активность в Twitter. В топе игроков он был смещен на 7 место, а к концу 2017 года и вовсе подтвердил свой окончательный уход из игры. При этом он делает последнюю запись в своем профиле Geometry Dash. Game over, I wish you all the best. Если переводить на русский, игра закончена, желаю вам всего наилучшего. Таким образом, игровая карьера Мичиган в Geometry Dash закончилась, хотя он и оставался членом команды Geostorm и даже поучаствовал в ее мегаколлабе Flap. Спустя почти 2 года, в апреле 2019 года, на своем канале игрок показывает уровень Trip. Мегаколлаб между 88 строителями, среди которых был и сам Мичиган. Игрок написал в описании видео следующее. «К сведению, это не значит, что я вернусь в ГД. Я просто не совсем ушел. Я всегда буду помнить эту игру, сообщество и огромное количество поддержки, которую я получил. Я все еще люблю вас всех». Поэтому можно понять, что он так и не вернулся в игру. 27 февраля 2020 года Мичиган был снят с поста модератора за неактивность. Да, сейчас мы переходим к самой трагичной части истории нашего игрока. Игрока, не преувеличивая изменившего Geometry Dash. Игрока, без которого не состоялось бы таких мегаколлабов, как Bloodbath, Yatagarasu и Artificial Ascent. Игрока, которого мы будем помнить вечно. Итак, 30 марта 2021 года Vprint публикует новость о том, что Мичигана не стало. Причина смерти неизвестна. От себя, как от давнего игрока в Geometry Dash, я хотел бы сказать пару слов об этом событии. Я помню Мичигана до того, как он стал популярным, и даже до того, как он стал топ-1. Мичиган сделал для меня Geometry Dash особенной игрой. Я помню, как мы с друзьями в школе на переменах играли в Geometry Dash. Мы проходили за Triple Trail и получали невероятное удовольствие. Возможно, если бы не Мичиган, я бы просто забросил игру на ранних стадиях. И никогда бы не стал ГДшером. У меня бы никогда не было вас, канала и ничего. Спасибо, что такие как он жили с нами. Rest in peace, Мичиган.